Я начал движение. Давай, стоп. Все приехали. Начал разбег. Ну что, куда пойдем? Танком? Мы пойдем сейчас к артиллерии, над машинками пройдем, потому что если штурмить, они скорее всего будут там. Это самые простые цели в плане. Можно в мессерах прийти, на фоках в основном. А потом туда, на юг. Куда ты забиваешь? Так, ну засады могут... Так, вот, вижу, на 11 от меня. Да, я туда подходил. Подожди. Так, начинаю подкрадываться. Так, у тебя солнце где? Я солнце, в принципе. Я солнце. Так, там еще оножки кто-то дал, там их двое. Так, вот я верхний. Давай верхнего тогда, я проверяю пока нижнего. Если от верхнего на меня будет скидываться, скажи. Давай, я на верхнем. Да, и этот тоже немец, оба немцы. А вторую ступень не забудь, 4000 уже. Ну да. А куда я наверх? Так, я вот этого нижнего сейчас стреляю. Наверх. Так. Прошло. С подвесами, блин. Так, ну то ли я попал, то ли зенитка, я не знаю, но чуть-чуть. Ему похерело. У меня чисто там, ты меня не видишь? Так, кто у нас с оножками? С оножками немец, я за ним. А палка еще чиста, только он сбоку. Где порыть? Все, он готов. А что-то я не вижу второго, потерял где-то. Так, вниз есть кто пошел? А, так. Вот мы все вместе внизу. И кто-то на 6. Так, это у меня, наверное, на 6, потому что точно не я на 6. Вот да, я тоже не вижу. Кто-то разбился. Это я его сбил одного. Так, а вот этого я не вижу. Опа, вижу. А, это ты. Или не ты, а дай оно. Свет упал, вот я с ножками. Так, ну это да, тоже. Кто? Это тоже лавка. Лавка это? У меня, да, со мной лавка на высоте, вот дал оно. Ну сейчас вот в правом гараже кто стоит? В правом она, я за ней. Я тоже проверю. Так, надо второго бы найти, было бы неплохо. Это лавка, да, думаешь? Да, это лавка. А второй был где-то выше, на... Потому что зены туда работали. Да, зены не работают. Может, какие-то лавки было вместо второго птицы? Не-не-не-не-не, 100% был немец один и немец другой. Другого-то я нашел, завязался, а второго я потерял. Надо по низам посмотреть и в сторону противника глянуть сейчас. Посмотрюсь. Ну, они, скорее всего, летели в паре, потому что этот был Сано. И он текал из боя, резко пикировал, поэтому...
Я думаю, тот тоже тикал. Давай, наверное, отойдем, потому что если карта закроется, может, тебе хоть шкурку привезем. Сейчас я еще раз последний кружок сделаю, посмотрюсь. Так, а я что-то... Так, давай, наверное, ты садись, ты поближе к глиссаде. Так, я я слева, я сажусь. Я проскочу. Где? Все, я тебе проскочил. А, ну все. Потому что я тормозил очень резко. С перепуга. Руливаю. В сторону ухожу. Мешать. Остановился. Ну что, как? Давай сейчас в САИ сходим на песковатку этого посмотрим. Я, наверное, закончу. Давай тоже. Да, разопись.